Привет, друзья! Вы на канале «Прошу к столу». Сегодня приготовим кебаб. Да-да, именно кебаб. Кто сказал, что кебаб готовят только на шампурах и гриле, и он должен выглядеть именно так, как вы привыкли? Но какие могут быть стандарты на кухне? Я люблю готовить так, как душа поет. Рецепт под видео, а я начинаю готовить. Картофель нарезаю тонкими слайсами и кладу в форму для запекания. Подходят любые формы – стеклянные, чугунные, силиконовые – все, что можно поставить в духовку. Немного черного перца и соли для вкуса. И, конечно же, розмарин и мускатный орех – это самое лучшее сочетание с картофелем. Добавляю немного воды, все перемешиваю и закрываю фольгой. Отправляю в духовку, разогретую до 200 градусов, минут на 10. Пока картофель в духовке, приготовлю фарш. У меня свинина с говядиной в равных пропорциях. К фаршу добавляю мелко нарезанный лук. Я люблю сочетание красного и белого лука. Мелко нарезаю чеснок, можно, конечно, пропустить и через пресс. Теперь маленьким кубиком нарезаю сладкий перец, у меня красный и белый, можно взять перец любого цвета. И, конечно, добавлю острого перчика, нарезаю как можно мельче и немного отправляю к фаршу. А теперь пряности. Корица, сушеная паприка, тимьян, свежемолотый черный перец, соль и пару ложек оливкового масла. Готовлю всегда с любовью и хорошим настроением, поэтому фарш перемешиваю руками, чтобы кебаб был еще вкуснее. Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить вкусных и простых рецептов. Достаем картошечку. Аромат розмарина и мускатного ореха – это просто супер! Теперь фарш выкладываю на картофель ровным слоем. Украшаю кебаб перчиком, одну половину острым, а вторую сладким, так чтобы каждому по вкусу. И положу дольки помидора, будет красиво и сочно. А еще мне будет приятно, если вы напишите комментарии, как вам такой формат кебаба. Запекать в духовке при 180 градусах 15-20 минут. Горячий кебаб украшаю свежей зеленью. Аромат бесподобный. Такого кебаба вы точно не ели. Обязательно делитесь с друзьями этим видеорецептом. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на наш канал и оставляйте комментарии. Прошу к столу и приятного вам аппетита!